Я вас вітаю у новому випуску проєкту «Лайф». Сьогодні у нас в гостях єврей з українською душею, координатор фонду «Культурна столиця». Зустрічайте, Вадим Гефтер. Вадим, я вас вітаю. Навзаєм. Ми з вами не бачилися дуже багато років і за мирного часу мали якісь такі проєкти зовсім в іншому місті, у місті Запоріжжя. Зараз доля нас звела і ми живемо з вами у чудовому місті Дніпро. Чим саме ви займаєтесь у Дніпрі? Ну, смотрите, то есть в те времена, когда мы, а это же было лет, наверное, 10 назад, когда мы в Запорожье, я практически занимаюсь тем же самым, только за деньги. Если раньше занимался фестивалями авторской песни, какими-то культурными проектами, которые мне нравились, литературными проектами, издавал журналы, все нечто подобное мне пришлось делать в Днепре, только, к счастью, вот за, это стало моей профессией, скажем так. Поэтому Днепр мне не просто предложил нечто, ну вообще всегда говорю, что когда Господь что-то забирает, Он однозначно что-то дает взамен. И когда я потерял и работу, и собственность в Донецке, ну сознательно, добровольно, я просто выехал оттуда, не оглядываясь, я был уверен, что мне будет предложено, ну, наверное, более, кстати, да, более интересное, более, на мой взгляд, насыщенное. И с точки зрения эмоций и удовольствия от содеянного, наверное, я приобрел гораздо больше. Я знаю, що ви координатор фонду «Культурна столиця». Що це за проєкт? Ну, от в 16-му году, коли я ще не розумів, чим займатися і що робити, проживаю в Запорожжі, мені предложили мої дніпровські друзі, теж із, скажімо так, займаючися бардовською піснею, організувати фестиваль «Облака». От тоді вперше я познайомився з фондом «Культурна столиця», а він теж в той год тільки створився. Значит, фонд «Культурная столица» был задуман как благотворительный, естественно, они финансировали и задумывали разные культурологические проекты. В частности, вот в 2016 году я сделал фестиваль «Облака», мы сошлись с учредителями, и мне было предложено уже взять организацию фестиваля «Джаз на Днепре», потом появилась идея сделать книжную ярмарку «Букспейс», потом появилась идея, у нас пару лет функционировал такой фестиваль «Кабаре», который, к сожалению, из-за отсутствия контента он потихоньку сошел на нет. Фестиваль блогеров, ну, это не совсем я координировал, но присутствовал при вот этом фестивале и так далее. То есть огромное количество разнообразных проектов было сделано самим фондом и значительная часть, наверное, при моем участии. Війна змінює абсолютно усіх людей, змінює усі процеси. Як змінилася ваша творчість, коли почалася повномасштабна війна? Ну, собственно, само творчество как таковое, особенно бардовская песня, она и отличительно была искренностью, мгновенная реакция на события. Я вообще своей песней всегда называл «Реакция на жизнь». Я просто приобрел некие темы и должен сказать, что какие-то позиции где-то меня из деликатных, из каких-то таких, понимаете, непонятных для себя вещей, я не обозначал ту или иную проблему, деликатно понимаю, что это вот религия, это национальные вещи, старался все это дело обходить. Все, сейчас этого нет. Я не сглажу углы, я говорю те вещи, которые считаю нужным, и война, она стала для меня, наверное, таким, ну, как это сказать, некой цензурой, то есть полным ее отсутствием. То есть как бы и слова, допустим, жесткие, и слова, допустим, там, скажем, там не совсем литературные, я их употребляю, потому что а иначе не скажешь. Поэтому у меня инструмент немножко стал такой. Скажите, будь ласка, вы застрели войну у Донецку в 2014 году. Как это было? Какие події відбувалися там? Смотрите, Донецк ничем не отличался в ту пору ни от Харькова, ни от Запорожья, ни от Днепра. Были какие-то митинги за, какие-то митинги против. Запорожчане, допустим, они, ну, как бы отчасти в упрек. Мне вот ты не защитил свой дом, а мы вышли яйцами, мукой, закидали этих негодяев-сепаратистов. Они испугались и убежали. В Донецк не хватало ресурса у русского мира. Были завезены боевики, это я видел, потому что не то, что мне там кто-то рассказал. Завезены боевики из Ростовской, Белгородской областей. То есть как они въезжали через границу, мне непонятно. И на проукраинских митингах там никто яйцами не кидался и мукой. Там убивали, там резали, там били арматурными штырями, а потом вошли уже подразделения, которые с оружием, с автоматом, с тяжелым вооружением. Поэтому Донецк был сразу оккупирован. Не то, что там как-то, ну понятно, не без участия моих
каких-то там земляков, какой-то там местной элиты, но в целом это было вот, это уже была прям полноценная такая, как бы, ну, как они называют, спецоперация, да? А як зараз ви спілкуєтеся з тими людьми, які там залишилися? Ваші сусіди, колеги, колишні друзі? Ну, скажу так, практически круг моего общения, который был в Донецке, он сузился настолько, что я общаюсь там с одним, с двумя, ну вот буквально с одним, с двумя. А в массе своей все, что было рядом со мной или все, кто был, они либо меня предали, либо выехали. Третьего не дано. То есть таких полутонов там нет. Як вам здається, чи чекають вони повернення до України? Смотрите, я думаю, что какая-то часть Донецка, которая не смогли выехать по ряду причин, ну, из-за отсутствия, может быть, социальной поддержки, страха потерять имущество, я знаю немало людей, которые хотят, конечно, чтобы Донецк вернулся в Украину. Может быть, это не определяющее, может, это не большинство. Многие же боятся, многие же нашкодили, понимаете, это когда... Я ж, как все же мы были детьми, да, когда ты нашкодишь и боишься идти домой. То есть, потому что папа даст ремня. Вот, наверное, вот какая-то это присутствует штука, потому что многие проявили себя неправильно, подло и предательски, поэтому, конечно, кто-то и боится этого. Тем не менее, музыка, она лікує, музыка надихає. Під час війни які саме композиції народилися у вас? Може, щось є таке топове, про що б ви хотіли розповісти, а може навіть зіграти? От я ж її взяв, я ж сам не хожу. Смотрите, я пишу вещи или там, ну, как бы рассказываю, наверное, это не скажу большая литература, но в частности, я не прямо не готовился, но у меня есть такое свойство, я попадаю в нелепые ситуации в своей жизни, и начиная еще из детства, там, то одни ко мне, там, то пьяницы, то зэки, то еще что-то, и с ними приходится не просто, я общаюсь не без интереса, я люблю общение, люблю людей, и вот в частности, вот если уместно, если нет, так... Скажите, я спою что-нибудь другое. Мне посчастливилось, хотя сначала напрягло это. Я зашел в один из гастрономов на набережной, и на входе ко мне обратился бомжик такой, ну, потертый, видно, что человеком не первой свежести. И он говорит, впервые ко мне обратились дед, и говорит, дед, купи что-нибудь покушать. Ну, как бы не жлоб же, зашел, купил колбаски, сырку, там вынес ему бутылочку что-то такого похожего на портвишок, передаю ему, и тут сокровенная такая фраза, говорит, посидишь с нами. И меня пригласили в такую аристократическую компанию, понимаете, я сижу с этими бомжами, они наливают, протягивают меня, и вдруг они сведущие, они разбираются в политике, они мне задают какие-то вопросы. Значит, вот эта песня именно об этом, как я ее назвал так, спасибо деду за победу. Ржавый гвоздь на дубовой коре, невзирая на дождик и среду, я с бомжами в соседнем дворе выпиваю за нашу победу. Разрешили на ящик присесть, провалился, как в кроличью нору. Дома нет, а вот родина есть, да и в доме том меньше простора. Дома нет, а вот родина есть, да и в доме том меньше простора. Я для них явно авторитет, мне прощается сытая внешность, и ко мне уважительно, дед, врать не буду, приятно и лестно. Он задумчиво ест огурец, на закат отправляется солнце, говорит мне, Борис молодец. Ты о ком? Ну, премьер этот, Джонсон. Допиваю хмельное вино, зазеркальный мой мир стал уютен. Русский мир, говорит он, говно, и когда уж скопытится Путин, мне такая оказана честь, невзирая на дождик и среду. Дома нет, а вот родина есть, так что выпьем за нашу победу. Дома нет, а вот родина есть, так что выпьем за нашу победу. Вот такая жизненная песня, вот из неожиданно написана вот в этот военный период. Дуже круто, отримала абсолютно задоволення. У вас хтось у родині також писав, грав? Смотрите, у меня, наверное, кто-то, вы ж, еврейские семьи, они же все перевраны, фамилии перепутаны, отчества были Моисеевичи, стали Михайловичи. Я своих корней как бы очень глубоко не знаю. Вот это как раз-таки вот эта советская власть, будь она неладна, и, соответственно, до этого еще, как оказалось, не только она, еще и политика царская, то есть как бы языка идиш, как бы мы же не знаем. Вот язык, к сожалению, вот почему сегодня стоит языковой вопрос, и очень правильно, у меня все дети говорят по-украински, вот все без исключения. Пятеро детей у меня, все превосходно владеют языком, для них это органично. Для меня, к сожалению, я
потеряне покоління, і вже пусть я його так і доживу своє. Під час війни дуже багато людей почали переходити на українську мову спілкування та листування. Мій батько, який взагалі за життя не говорив українською мовою, навіть почав писати українською. Я хочу вам дещо показати. Это ваш штат? Мой ворон кружляє над моєю країною, кров'ю стікає земля, на коліна настала моя Україна, і ніколи не стане вона, на коліна не стала моя Україна, і ніколи не стане вона. Знаєте, ми коли спілкуємося з моїми батьками, так мені дуже приємно було зрозуміти, що за час цієї страшенної пекучої війни вони повністю почали змінювати свої погляди. Усі чудово розуміють, що Радянський Союз, він у нас вкрав культуру. Я пам'ятаю, коли я вступала до філологічного факультету, у мене українська мова та література, Запорізький національний університет, був дуже невеликий конкурс. Не модно було говорити українською мовою. Ми чітко розуміємо, що навіть були там дотації у вчителів, хто викладав російською. І тому усі розуміють, що у нас є таке певне вкрадене життя Радянським Союзом. І не тільки Радянським Союзом. Якщо трошки зануритися, то війни з Росією, з Московією йдуть з 1648 року. І постійно або війна, або Голодомор, або війна, або Голодомор. Голодоморів також у нас було багато. Тому мені здається, що ми живемо в історичний час, коли 21 століття, так, і все фільмується, і ми вже не зможемо дозволити те, щоб у нас вкрадали нашу історію і майбутнє наших дітей. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якою буде Україна після перемоги? Є кілька сценаріїв, розумієте? Ну, я, от мій сценарій, який бачу, я, розумієте, Україна, на мой взгляд, как страна прекрасная и чудесная, как государство, еще не сформировавшееся, понимаете? И то, ради чего поднялся первый Майдан в 2004 году, и, соответственно, вот уже вот эти европейские ценности, прочие вещи, которые не вызывают у меня сомнения, что они должны быть именно таковыми, ну, мне кажется, что страна должна полностью перезапуститься. Я бы очень хотел, чтобы эта песня стала пророческой. Я ее год назад, практически в это же время, написал. Если не собьюсь, потому что концертов-то нету, вот видите. А над рекой плотный туман, к берегу чалятся лодки. Лишь старики влипли в экран, слушают свежие сводки. А сквозняков хлопает дверь, жаркою будет неделя. Время невзгод, время потерь, третья декада апреля. Время невзгод, время потерь, третья декада апреля. А над рекой солнечный диск словно прилип к горизонту. И в тишине дятел-радист шлет указания фронту. Точка тире, точка тире, что же вы там в самом деле? Но на войне, как на войне, в третьей декаде апреля. Но на войне, как на войне, в третьей декаде апреля. Ты нагадай мне по руке, дали счастливые дали. Враг говорит на языке том, что и мы с детства знали. Этой войны мы не хотим, так нам захватчики пели. Но все равно мы победим в третьей декаде апреля. Но все равно мы победим. Ну, может, не апреля, может, мая, но все равно победим в третьей декаде апреля. Я пам'ятаю, що ми робили сумісні проєкти. Я пам'ятаю, коли тут був і Гарік Корогоцький в гостях, що у вас такі ще були
такі якісь смішні футболки, здається, так? Гарік та не Гарік. Та не здається, Гарік. Здається, щось таке креативне було. Вас хто надихає з таких креативних людей у вашому оточенні? Ну, це не моя була тоді наработка і не мною придумана футболка. Смотрите, вот подобно тянется к подобному. Общеизвестная вещь, понимаете? То есть, как бы, как ни крути, все равно тебя выносит от одного к другому. То есть, какие-то параллельные связи. В частности, вот у меня осталось много. Я сейчас, эта тема, которая называется «Хорошие, плохие русские», я ее тоже обхожу, скажем так. Мне она крайне не нравится, потому что я считаю, что человек, он либо хороший, либо нехороший. Карагодский как бы феноменально талантлив, креативен, ярок. И главное, знаете, вот то, чему, наверное, надо у него учиться, он совершенно не робеет выглядеть так, как он хочет. Хочет он быть там с красными очками там, или с какими-то желтыми ботинками. То есть, ну, это его право. Вот, быть самим собой, на самом деле, это еще надо уметь. И Гарик тогда украсил фестиваль, я считаю, что он был очень хорош. Тогда приезжал и Андрей Арлуша, в ту пору был тоже уместен. Но огромное количество прекрасных людей, и артистов, и музыкантов, и поэтов за вот эти вот, получается, 16, ну, 17 года, это получается, за 6 лет это огромное количество замечательных людей проехало через Днепр. Какая-то часть не без моего, как бы, участия, и украсили. Зараз під час війни не було ніяких ні фестивалів, ні концертів. Чим займалися ви? Вот, нам пришлось полностью перелицевать себя. Значит, во-первых, беженцы, конец февраля, март, и наш концерт-холл Бубамара, мы начали принимать беженцев. К нам начали приезжать из Донецкой области, с Ирпеня даже приехали. Девчонки перепуганные, не поняли, в какую сторону бежать. Поэтому мы начали заниматься волонтерской работой. Соответственно, сделали шелтер в концерт-холле. Потом нам пошли навстречу, отдали нам управление гостиницу Жовтневу, там был шелтер. То есть у нас в общей сложности порядка 400 человек проживало. Мы по возможности, не без участия, кстати, городского совета, помогали их с питанием. Многие фонды поддерживали нас. Поэтому и по сей день мы еще остаемся как бы вот в этом проекте, поэтому у нас живет порядка 300 человек беженцев, мы продолжаем их кормить кого-то, ну, кто по социальным портретам попадает под это, поэтому заниматься есть чем, то есть как бы руки опускать нельзя, мы в свой вклад вот в это большое дело немножко пытаемся сделать. Заспевайте еще сейчас. С удовольствием, конечно, ну, песня тоже, кстати, вот этой поры, то есть военной. Но она немножко такая лирическая, что ли. Я гуляю много по набережной, и это такое время для размышлений. Сердце растревожено шумом птичьих стай. Облака из дрожжевого теста катится по городу утренний трамвай. Только в нем совсем немного места. Катится по городу утренний трамвай, только в нем совсем немного места. Тихая мелодия, никаких забот, тихий шум небесного оркестра. Дождь шумит синкопами, семь веселых нот, каждое свое находит место. Дождь стучит синкопами, семь веселых нот, каждое свое находит место. Любопытством поднята тоненькая бровь, в пестрых платьях шепчутся невесты. В сердце не поместится новая любовь, в нем уже совсем немного места. В сердце не поместится новая любовь, в нем уже совсем немного места. И свою тревогу я от тебя даю, слезы при прощании неуместны. Может быть, когда-нибудь встретимся в раю, если в нем для нас найдется место. Может быть, когда-нибудь встретимся в раю, если в нем для нас найдется место. Сердце растревожено шумом птичьих стай, облака из дрожжевого теста. Катится по городу утренний трамвай, только в нем совсем немного места. Катится по городу утренний трамвай, только в нем совсем немного места. Только в нем совсем, ну, для нас нашлось место. Дуже вам дякую. Спасибо.